В Таразе прошла презентация нового учебника краеведения «Жамбылская область». Это новый интегрированный предмет, который будут изучать наши школьники в 5-7 классах. Учебная программа создана на основе государственной программы «Туған жер», предложенной президентом страны Альфия Мингазова с подробностями. В 2018 году издательство «Алматы Китаба Спасы» и группа авторов во главе с академиком НАН РК Карлом Байпаковым в сотрудничестве с управлениями образования регионов Казахстана, а также Астаны Алматы, подготовили учебники по предмету краеведения. Проект учебника неоднократно рассматривался и обсуждался на редакционном совете при Акимате области, на экспертных и предметных комиссиях МОН РК, на заседаниях рабочей группы авторского коллектива. Воспитать у подрастающего поколения истинный патриотизм, любовь, гордость и преданность родине очень важно, говорят специалисты. Знакомство с родным краем и его историей необходимо в 5, 6 и 7 классах. Краеведение мы считаем основной темой для нашей презентации. Краеведческий курс включает материалы о людях, оставивших заметный след в истории и культуре своих районов и республики в целом. Однако учебник еще не совершенен. По словам издательства, книги – это всего лишь первый вариант. Все ошибки будут учтены. Книги готовили известные ученые, краеведы и общественные деятели области. Большая часть информации взята в библиотеках и архивах. В первом выпуске учебника описана история нашего региона. В будущем информация прибавится. Особенность книги в том, чтобы глубже узнавать свой край. Она в широком объеме будет давать информацию. С 1 сентября книгу выдадут ученикам. Специальных часов на этот предмет не выделят. Это будут лишь дополнительные уроки. С марта этого года в целях обсуждения содержания учебного пособия среди педагогической общественности области данный учебник краеведения «Жамбылская область» был размещен на сайте Управления образования области. Все предложения будут обязательно рассмотрены. Заверили ответственные органы. Альфия Мингазова, Адиль Самаликов, 77 News.